велосипедов 39 и карбоновый сход на 6 килограмм, который можно поднять одной рукой. Я не знаю, для кого делали этот велосипед, но это самый легкий велосипед, который я пробовал. Что у него самое интересное? Он идет полностью карбоновый, вилка плюс рама карбон. Сход SR1. Видите сами состояние. Состояние прекраснейшее. Переключатель скоростей SRAM Force, старенький. 4 положения на переднем переключателе на 2 звезды и 10 на кареточке. Колесная пара Mavic с аэродинамичными спицами, если можете заметить здесь. Задний переключатель, как и полностью, полный набор здесь, это SRAM Force. Самое интересное, это карбоновый шатуны. Спасибо, что подсказываете мне. Карбоновые шатуны. Как видите, уже есть минимальный износ. Ну, велосипеды у нас как бы не новые. Мы продаем подержанные велосипеды, либо выставочные образцы, тестовые варианты с очень хорошим состоянием. Поэтому, если вы хотите узнать стоимость, обращайтесь к нам и можете посмотреть более подробное видео, которое у нас на YouTube.